Сегодня, наверное, сложно назвать кухню современной, если на ней нет мультиварки. Это реально тот случай, когда технологии упрощают повседневную жизнь, поэтому они и снискали такую популярность. И если в первое время производители предлагали приблизительно схожие функции, то сейчас вектор развития расширился и впитывает в себя все новые нестандартные технологии. На яркий пример NextGen в сфере мультиварок сегодня и посмотрим. Это MK805 и 32 от французской компании Moulinex. В чем ее отличие? Сейчас узнаем. Но сначала про внешний вид мультиварки. Ее основная часть выполнена из металла. Верхняя из глянцевого, серого и белого пластика, нижняя из белого. На крышке расположились элементы управления, поэтому для настройки наклоняться не придется. Клавиши мембранного типа позволяют управлять мультиваркой даже мокрыми и запачканными руками. Чуть выше находится паровой клапан с небольшой каемкой для простого извлечения и промывки. В распоряжении пользователя 15 базовых программ. В большинстве из них можно изменять время приготовления, а режимы запекания, суп, пароварка и тушения еще и адаптировать под тип продукта, будь то овощи, рыба, птица или мясо. Для кулинарных экспериментаторов предусмотрены два режима мультишеф. На первом выбирается время от 5 минут до 9 часов и температура приготовления от 40 до 160 градусов шагом в 5 отметок. На втором берется одна из предустановленных программ и адаптируется, так сказать, под себя. Например, можно выставить: жарить 15 минут с температурой 160 градусов на первом мультишефе, а потом 45 минут тушить при температуре 95 градусов на втором. По окончанию первого мультиварка автоматически запускает второй, что делает возможным поэтапное приготовление многосоставных блюд. Поддержка этих возможностей увеличивает количество программ с 15 до 69. За результаты приготовления отвечает система Fuzzy Logic, которая делает мультиварку по-настоящему умной. Она в состоянии отличить различные типы риса или каш, чтобы получить оптимально приготовленное блюдо. Думает устройство при помощи микрочипа. Информацию получает от термодатчика и адаптирует параметры готовки в зависимости от ситуации. В этой мультиварке температурный датчик расположен в крышке, а не под чашей, как у подавляющего большинства устройств. За счет этого он быстрее определяет изменения температуры и корректирует работу мультиварки. На слух кажется запутанно и сложно, но на практике все просто. Положил продукты, нажал три кнопки, а остальное мультиварка берет на себя. Помимо этого, есть возможность выставить отсрочку старта и поддержания температуры до 24 часов. Ну а теперь перейдем к главным фишкам устройства. Первая является индукционная технология нагрева с эффектом 3D. Мультиварок с такой системой раз-два и обчелся. Как правило, эта технология чаще всего встречается в премиум-сегменте, а наша гостья является одним из самых привлекательных предложений по цене на рынке. По скорости приготовления эта модель значительно опережает обычные мультиварки. Индукционный нагревательный элемент начинает нагрев чаши мгновенно, минуя стадии разогрева и охлаждения. Это ускоряет готовку, сокращает потребление электроэнергии и способствует сохранению полезных свойств продуктов. Мощность нагревательного элемента 1200 Вт. Хорошо известно, что в мультиварках решающую роль играет чаша. Это вторая фишка. Она чем-то напоминает горшочек. Необычная сферическая форма способствует более правильному распределению и циркуляции тепла внутри чаши. И вместе с индукционной технологией достигается эффект 3D, при котором продукты готовятся равномерно. Сама чаша толстая, увесистая, с остальным дном. Общий объем 5 литров, полезный 4. Многослойное антипригарное покрытие обеспечивает ей долговечность, так как устойчиво к царапинам. На первый взгляд форма странная, и возникает вполне логичный вопрос: а как же извлекать выпечку? Ответ очень просто. Вот так. Внутренняя часть крышки съемная. Ее, как и чашу, можно мыть в посудомойке. В комплектацию мультиварки входит кабель питания, паровая корзина, ложка, половник и мерный стакан. Также есть детальная инструкция и книга рецептов, в которой можно найти блюдо на любой вкус. Moulinex MK805 и 32 обладает огромным набором функций. А с управлением разберется даже ваша бабушка. Благодаря этой мультиварке вы можете готовить как несложные ежедневные блюда, так и осваивать рецепты высокой кухни. Делитесь своим опытом использования в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. До встречи. Также смотрите на нашем канале обзор мультиварок Redmond RMC FM4520 и Moulinex MK812-132.